посетили нас. Просите ради Христа за все. Взаимно благодарю за то, что... и взаимно прошу прощения. Бог простит, благословите наш дом. Господи, и все ваши семьи на всякое доброе дело. И дай Бог, чтобы, вот как уже говорили, было бы или хорошо, или еще лучше во всем. А главное, как на пути Божьем, стоять на коленях, идти к Царству Божьему. Есть какой-то маленький шанс, если Господь, как говорится, все устроит, это, что, может быть, вы когда-нибудь еще раз приедете, если Богу будет угодно помочь? Надеюсь. Надеюсь и побывать, и надеюсь к тому, что и хотел бы, и помоги милости Господи, прошу, чтобы теряя эти старички есть, конечно, вы выходите, а появляются вы молодые новые семьи с детками, желающие жить внешнюю жизнь очень по-новому, а внутрь духовному по-вечному. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.